Привет, с вами Андрей Сана, и сегодня я решил сделать небольшую автономочку на электросамокатике плюс на электричке. Поеду на Лемболовское озеро посмотреть, что там творится. С собой, конечно, взял Big Fish Pack, потому что на Лемболовском озере без лодки делать нечего. Вот и посмотрим, как и что там клюет. Электричка довольно удобный транспорт. Раз, я уже в Аскелово. Сейчас поеду на так называемую перемычку между озерами, а там посмотрю по обстоятельствам, куда пойти. Я взял с собой и спиннинг, и поплавочную удочку, поэтому есть варианты. Надо до рыбалки съесть банан, а то говорят, примета плохая, бананы на рыбалку брать. Не, ну это кто-то придумал неправильно, потому что нельзя брать с собой яйца и рыбу, потому что на рыбалку с яйцами, с рыбалки с хреном. А про бананы вроде ничего, это больше из какой-то школьной тематики. Ну вот и озеро. Здесь, пожалуй, и стартану. Вот Big Fish Pack собран, самокат на него погружен, весь шмурдяк тоже, спиннинги подготовлены, можно выходить на воду. Нам к тому берегу прогребать против ветра, но это не страшно. Если вот так вот Big Fish разогнать, то он против волны прет просто, как локомотив. На такую вот резинищу здоровенную. И прям по борщам да по салатам. А вот кто-нибудь доклюдит. А байдарки я люблю за их проходимость. То, что мы совершенно не стеснены какими-то там камышами, где могут распашные весла запутаться. Байдарочное весло позволяет проходить через любые камыши, борщи, хвощи и прочую фигню. Вот такой окушочек. На парша. На поплавок ловлю. Предал спиннинговое дело. Какая разница, на что ловить? Главное рыбу ловить. Нет, конечно, электроудочки и сети я не признаю.
Но что касается крючковых снастей, да, я люблю больше всего спиннинг, но и остальные виды ловли тоже уважаю. Плотвичка. Какая поклевка! Ничего! Ох ты, подлещик какой! Вот те раз! Вот такое вот густероподобное большеглазое клюнуло. И сейчас мы его отпустим в свояси. О, поклевка, поклевка! И еще одна. Это подлещик. Это чистый подлещик. Да вот густера была, это подлещик, падла. Скользкий, противный. Подлещик. Рыба, рыба, клюй, клюй, на собачий. О, и правда клюет. В общем, наловился я этих подлещиков сопливых, плотвы мелкой, окушков мелких. Надоело. Пойду домой, а идти еще вон туда, километра 3. Ветер вот так вот, не очень приятно. Но при этом я все-таки 4 километра в час держу. Ветер где-то с 2 часов. «Ой, твой якорь-мешок не будет держать лодку на волне!» — говорили они. «Ой, бесполезная эта штука!» — говорили они. «Вот сейчас на ветру, на волне стою, как влитой!» Вот сейчас вот буду с этой точки сходить и продемонстрирую, что же там за якорь у меня. А тут всего лишь вот такой вот маленький-маленький мешочек. Тут, ну, пара килограмм будет. И вот такой мешочек, когда он вот так вот подвешен, когда он не вот так вот висит, а вот, вот так вот боком, он держит, и он держит нормально. Вон сейчас я понесся, просто понесся к берегу. Так что те, кто говорят, что мешок, якорь, каякорь, это все глупости. Сами они говорят глупости. Потому что отличная вещь. И отлично держит лодку. Соответственно, если у вас лодка больше, шире, то просто сыпьте туда больше песочка сырого. И тогда он будет тоже держать. Именно за счет прилипчивости своей, за счет массы. Думаю, пора рыбалку заканчивать. Немножко рыбки поймал. Все отпустил, и очень хорошо. Выходил я вот здесь, шел на ту сторону озера,
дальше вдоль того берега. Шел туда. И вот там в уголке, в заводе, половил. И сейчас опять возвращаюсь туда примерно, откуда выехал. Все больше и больше убеждаюсь, что Big Fish Pack — это отличная универсальная лодка для вот таких вот автономных вылазок. Она ходкая, быстрая, легкая, перевозится в рюкзаке, весит всего 5 килограммов. При этом здоровенная, вместительная. Вон сзади здоровенный самокат везу. В общем, пока что именно вот для автономок это лучшее, чем я пользовался. Конечно, очень хорош фиш-каяк Эва, но он тяжелее в 2 раза. Лодка замечательно идет, как против ветра, так по ветру и при ветре в борт, при волне в борт. Ширина лодки 110 сантиметров, поэтому нет никакой, ни малейшей тенденции к перевороту лодки, даже если сильная волна приходит сбоку. Если сравнивать с покрафтами, то вот так вот по кругу озера на танке я бы ого-го как потрудился бы проходить. Было бы мне очень нелегко. А на этом, блин, как на обычном каяке, раз-раз по периметру озера прошел и будто не заметил. Ну вот, прибывает электропоезд на Петербург. Это значит, что сейчас я в него погружусь и поеду в город. Автономочка получилась замечательная, мне все понравилось. Буду практиковать такие вылазки самокатные и дальше. С вами был Андрей Сонар. Всем пока. Thank you.